говорящая чихуахуа Софи. Ну вот совсем скоро я уезжаю в Таиланд, вот сижу вся в сумках. Но сегодня не об этом, а о воспитании щенка. Первое, с чего нужно начать воспитание щенка, это определение того, что приличной собаке можно, а чего нельзя. Прежде всего, воспитанной собаке нельзя ходить в туалет, где попало, грызть все подряд и так далее. Разумеется, щенок сразу все не запомнит, это может продлиться несколько недель. Щенки гораздо лучше все усваивают в том случае, если правила, которые им нужно выполнять, четкие и определенные с самого начала. Перевоспитывать собаку всегда сложнее, нежели воспитать с нуля. Примерно с полутора месяцев начинают формироваться связи щенка с собаками, двуногими и новым местом. В общем, процесс воспитания в период с 3 недель до 3-4 месяцев является решающим, и упущение бывает невозможно восполнить никакой, даже самой умелой дрессировкой. Итак, что делать для воспитания щенка? Ох! Итак, что делать? Первое. Не позволяйте щенку делать то, чего бы вы не хотели, чтобы делала взрослая собака. Вот по этому принципу воспитали меня, поэтому я послушная, никогда не делаю глупости и всегда хорошо себя веду. Второе. Воспитывать щенка нужно согласованно. Если нельзя что-то, то нельзя у всех членов семьи, а не так, что один позволяет, а другой нет. Третье. Желательно постоянное присутствие человека рядом со щенком и наличие достаточного количества игрушек, тогда щенок не будет портить вещи. Ведь щенок вездесущ, любопытен и все пробует на зуб. Более того, щенки, мало видевшие и общавшиеся с людьми в этом возрасте, не приобретут потребности в наличии хозяина и будут гулять сами по себе. Постоянное общение щенка с человеком способствует развитию подсознательного взаимопонимания, когда собака угадывает намерения хозяина по малейшим жестам. Четвертое. Свое место. Приучите щенка к своему месту, купите ему свой домик, положите игрушки, косточку и приучите к порядку и себя. Первое время, уходя, убирайте все, что может спровоцировать щенка. Пятое. К 2 месяцам можно начинать учить щенка командам. Самым простым, типа гуляй ко мне, место, сидеть. Естественно, длительно сохранять положение в командах он еще не будет, все-таки он малыш. Да и смысл этой дрессировки в том, чтобы щенок просто усвоил, что иногда хозяин хочет, чтобы он выполнил его команду, и что от этого послушание ему становится хорошо, например, его угощают или гладят. Шестое. В дрессировке и воспитании не усердствуйте и не принуждайте щенка к послушанию силой, это приведет к нарушению ваших взаимоотношений, а еще хуже, к неврозу. Седьмое. Все обучение щенка этого возраста должно идти на игре, на положительном подкреплении. Отрицательно подкрепить единственно плохую команду фу, можно рывком за шкирку, но нежным, шлепком газетой, свистком или просто грубоватой интонацией. Пока он мал, запрещение относится только к данной вещи в данный момент. Восьмое. Еще одна необходимость для растущего щенка – игра. Это очень серьезное занятие, в процессе которого щенок с одной стороны тренирует тело и физически развивается, а с другой – обыгрывает ситуации, которые могут с ним произойти в дальнейшем. Об играх я расскажу в следующем видео. Если подвести итог, то можно сказать, что воспитание щенка в этот период сводится к закреплению желательного поведения и предотвращению появления нежелательного. Например, если не давать щенку подбирать отбросы, став взрослым, он вряд ли будет это делать. Постарайтесь сделать так, чтобы отрицательные воздействия на щенка оказывали не столько вы, сколько те предметы, которыми он пытается заняться. Отрицательное подкрепление – очень эффективный метод исправления поведения, но он должен наступать в момент совершения нежелательных действий. Если наказание следует спустя некоторое время после преступления, щенок уже не может связать одно с другим и не понимает, за что его ругают. Щенок делает все не назло, а потому что не знает, как действовать по-другому. Когда он усвоит, что слушаться вас лучше, чем не слушаться, он будет делать все, что вы ему скажете, не просто по принуждению, но, естественно, и даже с удовольствием. Ему нужно осознать, что его действие успешно, чтобы он захотел сделать его снова. Лучший способ помочь это осознать – поощрение в виде лакомства, ободряющего слова или веселой игры. Итак, ваша роль в воспитании щенка. Первое. Дать возможность щенку полноценно общаться с сородичами. Второе. Как можно чаще и продуктивнее общаться со щенком самому и членом вашей семьи. Третье. Удовлетворить потребность щенка в игре, собаками, человеком, котенком, игрушками. Четвертое. Разнообразить место прогулок щенка. Пятое. Поощрять за желательные формы поведения и предотвращать возможность появления нежелательных. Спрячьте обувь, парфюмерию, книги, дайте щенку мячик, кости, палочки. Шестое. Не формируйте нежелательных привычек сами. Не оставляйте непредназначенную щенку пищу в пределах досягаемости. Не предлагайте спать ему в своей кровати. Изолируйте щенка на момент открывания входной двери. Тогда ваша собака не будет красть со стола, спать на кровати и сбивать с ног каждого входящего. Помните, любое живое существо, в том числе и человек, воспринимает как естественные и правильные те условия, в которых прошло его детство. Разубедить в этом никого не удастся. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, вывешивайте фотки ваших малышей и собачек в альбом знакомств в моей группе, все ссылки есть в описании, и будет вам счастье. Так, все вещички собрала, я готова. А когда мы поедем в Таиланд, ты тоже видео там будешь снимать? Да, Иван, буду.